Только за апрель месяц дорожники обещают отремонтировать свыше 2000 квадратных метров покрытия. Работа в эти дни кипит и на Социалистической, и на Карбышева, и на Дзержинского, и на Маркса. Микрорайон Даманский будем ремонтировать улицу Ульяновскую, улицу 50 лет, Гагарина, Орджоникидзе. В планах стоит капитальный ремонт улицы Интернациональной при выделении денежных средств. Запланировано на июнь месяц. Здесь дорожные службы города производят косметический ремонт покрытия. Следом обновят разметку, заделают люки, засыпят ямы. Толщина асфальта 5 сантиметров. После такой ямочной реставрации срок службы дорожного покрытия увеличивается на 2 года. Мне Каменского отремонтировали, я рада. Все очень хорошо, очень нравится, молодцы, своевременно все делается. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.